В рамках празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского во Владимирской епархии будет проходить просветительская миссионерская акция «Святой благоверный князь Александр Невский на Владимирской земле». В программе акции беседа с митрополитом Владимирским и Суздальским Тихоном на тему «Святой князь Александр Невский. Жизнь и деяния». Концерт архиерейского хора Успенского кафедрального собора города Владимира. Акция пройдет на разных площадках в благочиниях епархии 18, 22, 26 октября, 4 и 16 ноября. Подробное расписание смотрите на сайте Владимирской епархии.